Лучшие среди 250 муниципалитетов. Конкурс существует 13 лет. И за это время города не раз демонстрировали, как умеют поддерживать семьи с детьми, которые находятся в сложной жизненной ситуации. К тому же есть возможность и поделиться своим опытом. Наш город не просто так признали городом живых традиций для детей, живущих в нем. В рамках конкурса в Барнауле прошло более 70 тематических мероприятий. Детей и подростков знакомили с культурными традициями и искусством других народов. Причем форматы были самые разные. Концерты, выставки, мастер-классы, фестивали, семейные праздники и онлайн-встречи. Конкурс очень хороший, он такой, я бы сказал, совестливый. У него очень солидный статус теперь получился. Я вам хотел сказать, что мы уже вот 5 лет участвуем, а самому конкурсу 13 лет. У нас есть победы, нам есть чем гордиться. Был замечательно представлен, победили в очень хорошей номинации. Коллективы и специалисты социальных культурных учреждений Барнаула получили награды и памятные подарки. Всем также показали видеосюжет с церемонии подведения итогов и награждения городов-победителей конкурса. Мероприятие проходило в столице России, а глава города, вручая подарки, посоветовала всем, кто заслужил награды, не останавливаться на достигнутом и продолжать пропагандировать семейные ценности. Дмитрий Дроздов, «День с толком».